Привет всем, кто зашел на мой канал, привет всем моим подписчикам. И сегодня свое видео я посвящаю средствам быстрого действия для удаления прыщей, локальные средства для прыщей, которые восстанавливают кожу и помогают нам быстро избавиться от высыпаний. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Итак, перед вами средства, которые я имею, и хочу начать по порядку. Средства от Клерасил, крем быстрого действия для проблемной кожи, технология Акалодерм. Заметно уменьшает размер покраснений уже через 4 часа. Средство вот такое вот беленькое. Что хочу сказать по поводу этого средства? Мне это средство не понравилось вообще. Абсолютно ничего это средство мне не делает. Напомню, что у меня жирная кожа. И выделение сального жира очень сильное. Поэтому в связи с этим у меня очень часто происходят высыпания. Несмотря даже на мой возраст. Вот этот крем не помогает мне вообще, и я считаю, что тратить деньги на этот крем абсолютно не нужно. Следующий крем, который у меня есть, это вот такой вот крем «Лицо без проблем», локальное средство СОС. Оно, ну, у меня уже потерялась крышечка, потому что этим кремом я тоже не пользуюсь, он мне абсолютно не понравился, он абсолютно ничего не делает. И я его вам тоже совсем не рекомендовала бы, ни как во взрослом возрасте, ни в юношеском возрасте, он абсолютно никаких действий с вашими прыщиками. Следующее средство, это вот такое вот средство от Amway, Beauty Sisal. Это тоже средство быстрого действия, нужно наносить только на прыщик. Не забывайте, что все эти средства наносятся только на прыщики и не наносятся на кожу вокруг прыщика, чтобы не сжечь эту кожу. Средство мне тоже абсолютно не понравилось, хотя стоимость у этого средства, в общем-то, не очень маленькая. Совсем не рекомендую, никому не советую, это просто зря выкинутые деньги на ветер. Следующее средство – это вот такой вот ролик от Garnier. В составе этого ролика, я так понимаю, что там салициловая кислота, ну и, видимо, какие-то еще ингредиенты есть. По поводу этого ролика хочу сказать, что да, действительно, есть какое-то от него действие. Действительно подсушивает прыщики. Очень удобно им пользоваться под макияж. Но сказать, что это средство действительно быстро вылечит вам вашу кожу и оставит вашу кожу без прыщиков, нельзя. Подсушивает, да, но не излечивает. И мой must-have в этом плане, это вот такой вот крем Эфа Кларк. Это именно крем для локализации прыщиков, вот так вот он выглядит. Средство действительно классное, действительно хорошо, быстро справляется со своими обязанностями. К сожалению, после поездки в отпуск меня что-то как-то немножечко высыпало очень сильно, скажем прямо. И вот это средство справляется со своими обязанностями где-то дня за два. То есть выскочивший прыщ пропадает дня через два, остается только покраснение. Если вы продолжите мазать покраснение, покраснение тоже уходит. Очень рекомендую, очень даже советую. Стоимость у него, конечно, не низкая. Стоимость в районе что-то 800 рублей. Но я покупала его не здесь, я покупала его, будучи за границей, поэтому точно сказать вам, сколько он стоит, не могу. Но очень рекомендую, очень советую. И также это средство можно применять немножечко для других целей. Если у вас какое-то серьезное мероприятие в летний период времени, ну, что-то, свадьба, какой-то юбилей, даже, наверное, фотосессия. Вот этим кремом вы абсолютно спокойно можете намазать свою Т-зону. И Т-зона будет очень долго сохранять матирующий вид. Но вот так делать я бы не советовала каждый день, потому что вы обезвожите кожу на раз, два, три, и ну, ничего хорошего из этого не выйдет. А разово можно очень даже вполне
делать такие вещи, и вам, думаю, понравится. Итак, это был мой обзор на крема быстрого действия для проблемной кожи. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Была очень рада, если кому-то помогла своим видео. И жду ваших комментариев. И очень буду рада новым подписчикам. Всего доброго, до новых встреч!